Ай, всем-всем доброго-доброго вечера. Ай, хоть на крыльце сейчас свет включу. Что, на крылечке даже свет. О! Огонечки горят. Не все, конечно. Все хочет с Буси играть. А Буси что-то не очень-то хочет. Светится, мерцает. Ну, сейчас еще... Солнце им, видимо, что ли, мало. Плохо набирает. Эти палки зиму даже пережили. Они мерцают. Сейчас снова должны включиться. Не гирляндочки, тьфу-тьфу-тьфу. Зиму пережили. То есть лейки тоже. Вот это вот здесь стоит. То светится, то не светится. Она наклонена вот от солнца. Нужно ее в другое место переставить. А та вот лейка. Светится, работает. Зиму пережили. Вот если кто-то будет думать, брать, не брать. Ну, конечно, мне кажется, уральские-то суровые морозы. Трудно им будет. Но вот как здесь, так вот, нейтральненько, то нормально. И вот эти вот цветные фонарики тоже на том, на дальнем участке простояли. И тоже, тьфу-тьфу-тьфу, работают. Не так ярко, но работают. Да? Быстро, у тебя у самого глазья как фонарики. И вот эти вот, которые я вешала на баню и на забор, тоже работают. Вот на бане один не работает. Не знаю почему. К тетям ходит. И к тетям маленький ходит. Вижу, слышу. Конечно. Маленькая клепка. Ей все любопытно. Везде лазит. Маленькая такая. Я самая маленькая, самая любопытная. Господи, чудо, ей все нужно разведать, все ей нужно распознать. Вот милочка бежит, как молния наша маленькая. Так, что? Вечерний гугуль у нас, да? Ой, там кто-то пакет нашел, шуршат там. Ой, малышня-карандашня. Донечка, скоро будут тебе цветочки нюхать, да. Ты скажи, без цветочков как-то грустненько. Грустненько гуляется без цветочков. Ой, кто это там? Всех и не видать. А, кошка. Кошка, конечно, кошка. Кончик белого хвостика. Видно. Так, а тут носятся друг за другом, да? Товарищи собаки. Что-то находят, что-то унюхают. Значит, надеюсь, что скоро начнет двор преображаться. Наверное, через месяц только. Что-то буду. Что-то у меня вырастет рассаде, да? Вот она. Пряталась там, девчонка. Так, а там у нас кто лает? Подозреваю, клепка за клепкой. Так, кисульку вижу, кисулька убежала. Надеюсь, клепка там не, нигде не промахнула. А, она вот тут пролезть-то могла. Кисуль, там клепа за тобой не пробежала? Глаза как светятся. Все погасло. Ну, где наша клепка? Вот она клепка за клепка. Вот она клепка за клепка. Господи, шустрик ты маленький. Да чего шустрая собака, да? Ну, пошла я всех собирать и домой зазывать. Да? Пора ужин готовить. Пора? Пора нам, пора, пора, малышня такая карандашня. Ну, всем хорошего настроения, радостного вечера. Всего самого хорошего.